Так, самый звук. О, как много этих мутантов здесь стало. Резко. Резко возросло. Закройте ворота, уничтожьте мутантов. Да неужто я должен со всеми ними справиться? Я закрыл ворота ведь. Что, разве нет? Нет, я закрыл. Значит, будем мочить мутантов. Что-то там можно было F нажать. Итак, каковы силы противника? Это что такое? Где они тут все? Нам нужно использовать... Так, что у нас тут по урону? 212, 32, 39, 50. Хорошо, будем его использовать. И сколько же их здесь? Нам по-любому придется спускаться. Кстати, я что-то там прокачивал по навыкам. Вот такую вот функцию. Сейчас. Как же мне отметить цели? Ну-ка посмотрим. Какую-то там хрень можно было использовать. Чтобы что-то там... Угу. Нам нужно как бы три цели. Хорошо, пока не будем, значит, делать этого. Спускаемся, разбегаемся. Это был перебор. Оу, я. Хоп. Подходи. Кто не боится умереть второй раз? Так, бегом, бегом, бегом. Четыре зомби здесь пока что я вижу. Тупым предметом можно их оглушить. Оглушить. А он завис. Похоже. Ну, может быть, с одной стороны, это и плюс. О, да. Здорово. Ну-ка, подходи. Я же нажал Alt. Ну ладно. Значит, нужно как-то по-другому это сделать. Итак. Надо было двоих сразу попробовать. Но нам говорили тупым предметом, только мы можем их оглушать. Кстати. Сейчас, секундочку. Навыки. Так. По-моему, это было здесь. Да. А, нет. Извините. Может быть, здесь? Легкая мишень для последующих атак. В принципе, ничего нового. А здесь у нас есть... Отлично. Вау, как это было круто. Вот что значит починить предмет. Но давайте использовать ножик, попробуем. Сворачиваем шею. Это еще что ли кто-то есть? Может быть, его в костер как-то? О, да. Нам дали 5000 очков. Опыта. Единиц опыта. Вау.
Ну хорошо, нажмем H, полечимся. Итак, здесь нужно... у нас появились какие-то цели. Найдите главного в поселке. В туалете, что ли? I'm here on Rice's behalf. I'm supposed to pick something up. Oh my god, that's one of Rice's men. What do I do? Про себя хотя бы говори. Do it nice and maybe he'll leave us alone. Better yet, send it to Gersel. He'll know what to do. Please, we don't know anything. Go talk to Gersel. He lives above the store. Похоже наверху, но я там был недавно, его там не было. Хорошо, видимо, он пришел. Он сказал, живет над магазином. Либо мне показалось. Hey, anybody in there? Shh, not so loud. You'll draw the monsters. Look, I got rid of them, but you better reinforce that gate before more show up. You got rid of them? All of them? Rice sent me. You Gersel? Oh, you were for Rice. I should have known this was too good to be true. You've taken enough. You can't have any more freaking tell him. Ayla, please. Just let me talk to the man. You can't just push us around like this. Furkin gonna kick your ass. Do it, Furkin. Kick his ass. For God's sake. Look, I don't want any trouble. But we already paid this month. You're gonna bleed us dry. That is entirely not my problem. Rice wants his payment, so you make the payment, or things get bad for you. And your woman. You can't threaten us. Kick his ass, Furkin. Give me a break, Ayla. Alright, fine, here. This is all of it. Ugh. A real man would have kicked his ass. Yeah, I'll leave you to it. Sounds like you have bigger problems than money. Разреши пройти. Okay, Kareem, I got Gersel's money. I fucking hate myself now, but I got the money. The self-hatred fades eventually. Just one pickup to go. At the ferry station on the old pier. There's a ferry? There was until the Navy sent it to the bottom of the bay. Dozens of people were stranded there, waiting for another one that never came. So there's a settlement there? Head east and you'll find it. Are there any boats left? Yes, but any boat that tries to leave the bay gets blown right out of the water. Здорово, мы нашли новый чертеж. И здесь у нас... Ошейник шипами. Хотите превратить тупое оружие в острое? У меня есть то, что вам нужно. Отлично. Дал бы мне готовое оружие. Был бы еще круче. Так, вот здесь у нас что-то очень интересное опять. Записка. Можно почитать, кстати, там. Где-то я видел. Так, хорошо. Сейчас мы все тут осмотрим. Может быть, что-то есть очень интересное. Кстати, к вам тут уже нельзя, да, никак пройти? Ну ладно, бывает, бывает. Так, вот тут еще какой-то этаж. Но там ничего не отображается. Итак. Итак, итак. Нам необходимо сейчас двинуться на другую сторону. Соберите третью дань. Ну хорошо, соберем, конечно же. Горящие зомби. Ну, вообще, походу, насрать. Выход из безопасной зоны. Ну что ж, бежим. Жалко, что на машинах здесь нельзя гонять в этой игре. Но тогда бы... Тут вообще и негде гонять. Да и смысл этой игры бы был потерян, паркур. Так, телефончик зазвонил. Ну что же. Мне нравится этот ножик, знаете чем? А тем, что он его классно держит. И иногда его достает тоже классно. Очень прикольно. Ну-ка. Оу, е. Прикольно. Очень круто. Ладно. Здесь у нас светофор. Ну, в смысле, ловушка. Кстати, а ловушки-то эти где? Они везде, по всему, как бы. То есть нам их открывать не нужно. Или нужно? Нет, скорее всего, нужно. Но на карте я их пока что не вижу. Итак, мы уже добрались.
Мы уже давно вообще-то собрали дань, если чё так. I'm here to make a pickup for Rise. Back already? We just paid off, you bloodsuckers. Don't shoot the messenger. I'm just trying to get by like everybody else. Yeah? So are we. Rise said he'd protect us if we paid him. But so far, all he's done is take our money. There's no protection, just threats. You any different? Look, all I want to do is get this over with. What's it gonna take, huh? Don't need to point out how easy it would be to set this entire place on fire? Jesus Christ. You people are fucking monsters. All my money's in that satchel. Take it and get the fuck out. Hey, for what it's worth, this isn't something I want to do. I'd rather be helping you guys. And yet you're still doing it, aren't you? Да, вот такой придется нам путь. Тяжелый преодолеть. Мы okay, преодолели. Kareem, I made the collection at the ferry station, and I'm pretty sure I'm going to hell. Join the club. Now, come back and claim your prize. Good job today. Так, сколько у нас там времени? Так, ну что, мы, я думаю, успеем добраться до... Куда нам там? Конечно же, мы успеем до другого конца. Так, только нам нужно кое-что глянуть здесь. Точнее, нам нужно все глянуть здесь. Нет, дополнительные задания или чтобы... Либо у него не было, я не собираюсь делать, выполнять. А что у него, кстати, восклицательный знак... Задание. Не, спасибо, не хочу. Тут что-то есть. И это что-то даже с другой стороны. Доска нам не нужна. Урон у нее слабенький. Как я вижу. Так, здесь у нас, в принципе, вот может быть здесь в автобусе что-то нет. Нет, ничего. Nothing, мадафака. Ничего. И что же мы имеем? Точнее, я имею в виду... Блин, как же перемещаться-то? Ну ладно. Вот, как же нам лучше всего здесь пройти? Ну, наверное, напрямую. Oh, yes. Да. Нереально, у них тут вообще ничего нет. Хорошо, мы выходим из безопасной зоны и... Идем покорять здешние паркуристые места. Так, ну тут точно что-то должно быть в автобусе, нет? Нет, здесь ничего нет. Хорошо. Это какая прорезованная бумажка, однако. Херана какая-то, или что-то написано. Здесь у нас какой-то человек, видимо, он наверху... Вот это вообще что-то смазано. Все. Водой как будто смазано. Опа. Здорово, чувак. Hey, it's Kareem, right? You want some valuable info? What are you talking about? Listen, I'm a civil engineer. I was working out of a firm in Old Town. Sector Zero, as people are calling it now. You know what we spent all our time on? The sewers. Now that sounds thrilling. Hey now, there's no need to be sarcastic. Orion's sewer system is a thing of beauty, if you've got the right eye for it, anyway. You should have the right eye for it. You. If you got a point, now would be a good time to get to it. Patient, huh? Can't wait to get out there and kill some zombies, huh? They go everywhere under the city. You name a location, we've got a sewer. To turn into a bunch of existing caverns. Waste not blood, am I right? They spread out under the ground in every direction. Most of them much larger than standard sewer lines, too. They was navigating around in the snap. They sound like a great place for zombies to congregate, too. Well, no system is perfect, is it? Я не понял, что ему надо было, блин. Думал, вознаграждение там, помочь ему надо еще что-нибудь. Так, здесь у нас что? Что-то интересное у нас здесь. Дубинка. Металлический диктатор. Вау, это здорово. Здесь много чего есть интересного. Даже здесь. Оу, отмычка. Это круто. Да.
Хорошо, что мы сюда зашли. Мне кажется, здесь может быть зомби. Сейчас выйдет. Нет. Я безусловно рад, что его здесь нет. Марли, мы можем сделать аптечку теперь. Точнее, на будущее. Мы можем теперь... В следующий раз, точнее, сделать аптечку. Но даже и сейчас, если нам требуется кофе, по-любому продадим. $103. Здесь прям кладезь, я вам скажу. Очень круто, что мы сюда зашли. Так, и у нас еще есть что-то на верхнем этаже. А время идет. Ну, благо сейчас лето. Хотя тут это Америка или что это за место. Здесь нет зимы. Ну, в общем, я хочу сказать, что нам нужно поторопиться в любом случае. По-любому. Вау, здесь тоже неплохо. А, ну здесь пусто. И нормально взлом. То есть не такой сложный. Оу, yes. Надеюсь, хоть что-то там будет. Так, оу. Обалдеть, 44 урона. Но мы возьмем эту штучку, но пока что не будем использовать. Просто переместим. Однако, однако много у нас всяких прикольных штучек. О, слушайте, какое здесь хорошее место. Но все равно нам нужно уже торопиться скорее отсюда. Точнее, не отсюда, а... Так. К нашему заданию. Здоровяки какие-то. Так, здесь наверх. Rise has promised me 2 crates, Brecken. 2 crates. I'm doing this shit as fast as I can, I swear. Just hurry, please. Обалдеть, слушайте. Неактивная безопасная зона здесь. Отнесите деньги в штаб. Наше задание прежнему активно. Блин, какие звуки стрёмные-то, блин, а? Всё-таки атмосферная игра от нас, однако. Мне даже страшно ночью выходить сюда. Так, а чё это так потемнело резко? Время-то уже сколько? Надо идти быстрее. А, так это мы устали просто. Я вообще правильно иду? Нам придется здесь... Да, наверное, все-таки здесь пойдем. Добежим вот до сюда и... Так, самое главное, чтобы здесь проход был. Нет, здесь нет прохода, как раз-таки здесь тоннель, по-моему, насколько я знаю. В общем, сейчас возвращаемся вот сюда. И идем уже оттуда прямо. Прямо к нашей цели. Только быстро. Потому что наши друзья обратились в зомби. Ну, я имею в виду некоторые. На каком-то там этаже. Так. Только хотел сказать, не упасть бы. Ой, а что это такое мутное это все? Вода же в глаза попала. Опять проблемки со звуком. Но ничего, скоро все пройдет. Итак, мы добежали. И здесь самое главное, блин. Вот сюда теперь нам нужно как-то добраться. Перебежать через тоннель. Через дорогу, точнее. Там, наверное, нельзя забраться. Бежим поэтому здесь. Так. Я просто люблю часто смотреть на карту, чтобы не сбиться с пути. Это достаточно полезное занятие, я считаю. Особенно мне. Так и знал, так и знал. Но он нас не покосил. Нет, здоровье не отняли у нас.
Прыгаем. Так. Здесь нам нужно повернуть налево, я так понимаю. Хотя, в принципе, можно бежать и прямо. Вышка какая-то. Может быть, стоит на нее забраться? Так, куда-то я забрался. Не туда. До свидания. Так, самое главное, не ушибиться. Наверное, стоит идти туда вниз. Да, абсолютно верно. Так, не будем прыгать по домам, будем экономить время. Ну, это увлекательное занятие, но только для тех случаев, если нужно быстро от кого-нибудь свалить. Здесь, я знаю, у нас могут быть деньги, да, $36. Это круто, круто, круто. Здесь у нас очередная безопасная зона. Блин. Так, найдите пропавших. Блин, долбанное дополнительное задание. Офигеть, нам вообще в другую сторону теперь. Да ё-моё. Тут, благо, есть рядом безопасные зоны. Две, одна опасная, другая безопасная. Ну что же, придется выполнять задание нашего другана. Вот это место мне уже знакомо, я здесь прыгал, точно помню. Да, однозначно. Я думал, ушибусь сейчас. Ах ты засранец. Все-таки покоцал немножечко меня. Трудный взлом. Да уж. Теперь я понял, в чем смысл этого взлома. Наверное, нам дадут оружие. Еще такой молоток. Обалдеть. По-любому надо его взять и положить вот сюда. Угу, это даже попрочнее будет, чем тот. Так, что мы возьмем? Да. Здорово. Так, ну все. Здесь, в принципе, ничего нету. Можно это взять, но не будем. Итак, время у нас ограничено опять. Так, надо срочно бежать в убежище. Музыка из меню. Если мы нажмем там на Escape, знакомая музычка. Так, все, я не хочу ничего собирать. Надо быстро бежать отсюда. Срочно в убежище. Срочно, срочно. Уже темнеет. Это реально опасно. Я не хочу встретиться снова с теми мутантами. Мне реально становится уже стрёмно. Бляха ты, муха. Блин, еще самое главное, чтобы здесь можно было забраться. А, тут можно пробежать. Какой красивый закат в игре. Конечно, в жизни лучше, но... В игре тоже просто круто. Ребятки, умочены. Ладно, не будем. Тут же какой-то... Ну все, мы уже подошли. Тут есть какая-то защита, знак защиты. А что это значит, кстати говоря? А, защищать. Все, можем расслабиться. Мы подошли практически к цели. Да, мы уже у цели.
Something ripped him limb from limb. Search the bodies. Look for some blueprints in a small envelope. Don't damage them. They're worth more than all those dead assholes put together. Holy shit! А как мне? Что делать-то? Вот, ключи какие-то. Надо двигаться быстрее. Потому что уже реально становится темно. Так, срочно делаем аптечку. Блин, туда никак не забраться. У меня есть идея. Можно ли его пробить, как вы думаете? Похоже, нет. Хорошо. Пожалуйста, будь ты. Есть. Здесь что-то есть. Окей, got it. Good. Bring it back to me right away. You're going to be a hero around here. Фуф. Здорово. Бегом, бегом, бегом. Тихо, тихо, тихо. Аптечку сделаем еще одну. Аптечка. Зря потратили сюрикен. Но ничего страшного, нас их достаточно много. Бегом, пожалуйста, только не стреляй. Аптечку пока не будем использовать. Нам срочно нужно идти наверх. Как же нам туда попасть? А, я знаю это место. Все, стемнело. Но ничего страшного. У нас есть шанс добежать и выжить. Оу, oh yeah, круто. Но эти зомби не страшные. Так, здесь еще главное забраться туда. Я помню этот столбик. Так, забираемся и прыгаем. Да. И теперь спим до утра. Кстати, эти зомби еще не активировались, как вы думаете? Да, они активировались. Смотрите, вон там, по-моему, нет. Либо мне кажется. Ну-ка посмотрим. Ладно. Ха. Теперь мы в безопасной зоне, мы никого не боимся. Так, вот тут растения, видимо, какие-то, да? Я не знаю, что там, я не знаю, как еще туда попасть. Понятно, дико непонятно. Капец какой-то. Ну, может, дадут как-нибудь шанс. Я не знаю, честно. Итак. Воу-воу-воу, 1 час спустя. Чё так мало-то поспали? Ну, давайте пошли так. Твою дивизию, это что было сейчас? Ой, не представляете, что сейчас было со мной. У меня просто мурашки прошли по телу. Капец. А что произошло-то реально? Почему красная мишень была надо мной? Где эти монстры-то? Я вас не боюсь. Я не знаю, где они. Я их что-то не вижу. Ладно, что-то баганулось. Ладно, давайте спать еще тогда.